Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Тема сегодняшней передачи будет коровотерапия. Лечебная терапия, которая много лет в Великобритании, в Голландии, в других странах набирает популярность последние 10 лет. Поэтому сегодняшняя тема – коровотерапия, и наша корова Марта готова делиться своей энергией со всеми вами. Поэтому смотрите и наблюдайте за волшебством коровотерапии. Доброе утро, Марта. Здравствуй. Ну, здравствуй, коровка, здравствуй. Здравствуй. Ну что, что случилось? Расскажи. Расскажи, что случилось. Вот такая Марта, такая мордяшечка. Мордашка такая. Вот так вот. Кто не знает, вот такое белое пятно, оно лечебное. Поэтому у кого есть какие-то недуги, заболевания, приходите, вот так ставьте руку, и все пройдет. Вот такая вот наша Марта. Да, Марта? Да. Вот так вот. Не так давно я Марте оказывал помощь, и ей стало лучше. Она болела. У нее было такое заболевание, как эндометрит. После планового лечения, направленного лечения, Марта получила помощь. И вот так вот она благодарит ветеринарного врача. Лежит руки. Да, Марта? Вот такая. Вот. Поэтому в лечении таких животных чаще всего не только они получают пользу и помощь, но и мы, ветеринарные врачи, заряжаемся от них энергией. Энергией на день, на два, на месяц, на неделю, а иногда на год. Поэтому тот, кто хочет оздоровиться, тот, кто хочет быть здоровым, тот, кто хочет получать море удовольствий, поступайте на ветеринарного врача. И все это вы будете получать даром. Вот такая вот история сегодня. Спасибо большое вам за просмотр наших передач. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно, ваши животные. Всем хорошего дня и хорошего настроения.